Никто щенка не убрал, просто короче, выбросили на другое место, и она ушла следом за ним. Они увидели ее, потому что она лежит, и она уже истощена до предела. О, Боже, Боже, она вся кусками, Вик. Господи, бедная, что с ней? Демодекоз, может быть? Я не знаю, но она просто как скелет. Ужас, посмотри на нее. Честно, я ее тоже не сразу увидела. Точно ее не видно. Ой, она в огромных вещах. Что это? Клещ огромный, да. Она вся в больших клещах, бедная. Посмотри, у нее и на спине шерсти нет кусков. И у нее, посмотри, что-то тут есть. Шишка огромная. Я не знаю, посмотри, вот у нее на всю шею большая шишка, прям ощущается, как вот так, полная ладонь. Кошмар, бедный ребенок. Я не знаю, что с ней, но это какой-то... Боже, она вся в клещах. Кошмар. Боже, что с ней делать, а? Блин, их тут море. Я не знаю. Но клещи-то не самая большая проблема, я не понимаю, что за шишка на всю шею. Слушай... Клетку надо срочно сейчас побольше клетку тоже искать, где ей посидеть до отправки. Ой, ужас, она вообще... Она в ужасном состоянии. Да. Она очень слабая, и вот это что-то нездоровое. Шишка на полную ладонь. Она хотя бы ходит? Но она подошла? Она ходить может? Ой, Скай, ты молодец, ты молодец. Да, ты хорошая, ты умная девочка. Ой, уши съели ей. Я не знаю. Ребенок, я надеюсь, ты выживешь. Мы будем стараться. Господи, сколько дней она сидит с этим щенком, а? Да давно она тут, бедная. Ее здесь выбросили, и он умер. Люди не такие преданные для своих детей, как эта собака. Боже, бедная.